Всем привет с Северного Кипра! У нас две радостные новости. Первое, к нам наконец-то пришло лето и температура плюс 30 градусов. И вторая радостная новость, у нас на днях выписали последнего больного коронавирусом из больницы. А теперь подробнее о коронавирусе в ТРСК. Мы 50 дней сидели на карантине. И 4 мая Министерство здравоохранения наконец-то сделало первую часть послаблений для всех жителей нашего маленького острова. Открылись многие магазины, офисы, а людей выпустили гулять к морю и в горы. 11 мая прошло новое заседание Совета министров. Итак, давайте узнаем, что же нам разрешили, а что запретили. 17 мая открываются продовольственные рынки. С 18 мая открываются прогулочные набережные, парки и некоторые достопримечательности. С 20 мая открываются барбершопы и парикмахерские, но они могут предоставлять только услугу стрижки для населения. Кафе и рестораны открываются с 11 мая и предоставляют услугу доставки еды и еда на вынос. Все остальное остается закрытым, а это детские площадки, фитнесы, пикниковые зоны, общественный транспорт и вся сфера туризма, отели, казино, бары и рестораны. И нам, к сожалению, так и не разрешили ходить в гости и гулять вместе с друзьями. К тому же, нам сообщили о досрочном завершении учебного года, что очень опечалило многих родителей, ведь им теперь придется самим заниматься с детьми до сентября месяца. К сожалению, нас всех обязали ходить в масках. Почему говорю «к сожалению»? Потому что у нас 30-35 градусов жары, и дышать в ней совершенно невозможно. Поэтому получается «к сожалению». Но многие люди выполняют это требование. При входе в магазин нам выдают одноразовые перчатки и меряют температуру. За все время в ТРСК было зафиксировано всего 108 случаев заражения коронавирусом. Причем большая часть из них – это были иностранные туристы, приехавшие в отпуск. К сожалению, 4 человека скончались. Это были люди пенсионного возраста. Но у нас радостное событие. За последние 3 недели в ТРСК не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. А последний больной был выписан из больницы 11 мая. Надо отметить, что местные власти среагировали довольно быстро, закрыв границы, что помогло предотвратить распространение вируса в ТРСК. К тому же, наше государство выделило 1500 лир всем работающим людям, которые вынужденно сидели на карантине дома и не имели никакого заработка. К великому счастью многих людей, пляжи нам обещают открыть 1 июня, а вот границы обещают открыть к 5 июня, но это довольно осторожные прогнозы. Следующее заседание Совета министров состоится после 18 мая. Какие вопросы они будут обсуждать на этом заседании, нам пока еще неизвестно. Но мы очень сильно надеемся, что нам откроют все оставшиеся отрасли. Всем привет с Северного Кипра!